Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега. Сегодня в гостях у нас Кира Асми, привет. Приветик. Сегодня мы будем выбивать донат. И челлендж заключается в том, то, что за каждый один выбитый донат она будет получать челлендж. Если выпадает золотой донат, то 2 целых челленджа. Ты представляешь, потому что у нас сегодня 44 тысячи кредитов. Вот это да. Ты вообще понимаешь, что тебя ждет? Да, жесть меня ждет. God damn right. Ребята, присаживайтесь поудобнее, за такой контент обязательно заряжайте свои царские лайки. Кира, кстати, в один момент была очень знаменитой тиктокершей, у нее было почти 2 миллиона подписчиков, но, к сожалению, ее аккаунт заблокировали. А почему твой аккаунт заблокировали? За многочисленные нарушения, да там вот, и за ай-яй-яй-яй. Ссылку там, вообще не важно. Желаю вам приятного просмотра. Погнали! Друзья, в описании оставил для вас нереальную халяву. Вы сможете получить самое новое топовое снаряжение и оружие. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описание и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Скажи мне, какой донат мы будем крутить первым? С какого начнем? Мой класс — это инженер, я стрелок. Могу штурмом поиграть, могу вообще медом. Все. Ничего больше не говори, я тебя понял. У меня для тебя есть отличное оружие, которое выпадает с пяти коробок сразу сюда! Вот это повезло. Да ведь... 100 бодов. Давай начнем с силового упражнения. Первый для тебя челлендж. Сделай 15 отжиманий. Ого, ну сейчас попробую. Отжимания. Ой. Раз, два. Кстати, мужские отжимания, не с коленок, нормально. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, давай-давай немножко, 13, 14, 15, 16. Нет. Все. Все. Давай теперь я покручу донат, который я хочу, это ПКМ Зенит, у меня с ним вообще отдельная история. Слушай, а ты не думал там еще ТикТок свой создать, просто почти 2 миллиона подписчиков было, наверное, обидно, когда так блокируют? Конечно, очень обидно, поэтому я создам еще один. А как ты думаешь, кто ты сейчас, стримерша по Warface, либо все же тиктокерша? Стримерша по Warface. Ты как вообще Warface пришла, каким образом? Друзья посоветовали. Они сами просто играли, да, они сами играли в эту игру, ну и по сей день играют, вот, и я вот так вот пришла сюда. Ты вообще, получается, в игры не играла? Нет, это моя самая первая игра. Оу, щит! Подожди, в каком году ты пришла? Ну вот, в осенью уже будет 2 года. Ничего себе, ну ты выдаешь! Так, а что за фигня? Я не могу понять, почему печенек не хочет, ой, зенит не хочет упадать. Ну ладно, скажи, какой там донат хотела? Просто рассчитываю на такую... Оу, хорошо, что я отсюда не ушел вовремя, он все-таки решил упасть. И, между прочим, не только на ПВЕ с ним можно нагибать, на ПВП он тоже еще что-то может. Nice. Второй твой челлендж уже посложнее, ну я так думаю. 50 раз обычного пресса. Раз, два, три, четыре. Я не переборщил, интересно, с 50 разами. 5, 6. Надеюсь, ты считаешь, потому что я уже сбился. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17. Ну и, кстати, похвалил бы мой физрук, смотрите, локотки не разводит. 20, 21. Какие 23? Я же шучу. Там уже почти 40, по-моему, сделал. Какие 25? Там уже 45, ты чё? Я же... Я считала. Давай! 9, 10! Ну все, уже не так, конечно, уверенно. Да, идет, уже посложнее, ну 50 раз, я, блин, охренел. Да.
Давай СВЧ попробуем выбить. Я хочу ее максимально сейчас быстро выбить, чтобы Warface максимально не дал тебе устать, чтобы максимально сегодня тебя загонять, чтобы люди охренели просто от того, насколько ты сегодня перестараешься. Что, серьезно, перебор был 50? Наоборот, хорошо. Наоборот, хорошо. Ты на 100 сейчас будешь еще делать нормально вообще. Yes. А, подожди, а ты вообще как на следующий день себя чувствовать будешь? Ты же вообще спортом занимаешься? Да, вот я вчера ходила в спорте. Как сейчас это спорт? И вот сегодня еще нагрузка. Но через день. По идее, у тебя даже ничего болеть не должно. По идее. Ну, скажешь, если что. Если что-то болит, значит, я хороший физрук. Правильно, охренительно, да. 5 минут спустя. Блядь, это шутка какая-то или что? Кто-то троллит, блядь, или что? Тебе надо все и сразу. Слушай, короче. Короче, ты слушаешь? Слушаешь, короче. Yes. Я слушаю, ты короче, слушаешь? Давай, все, давай быстрее, короче. Все, донат выпал. Давай, 50 прыжков делай. Сейчас, попрыгу я тебя. Ты готов? Выше давай. Еще давай выше, соседям привет скажи. Сколько уже? А ты что, не читаешь? Я же тоже, сбился. Нет, я не читаю. Да что ж ты, блин, даешь-то? Как можно не читать? Давай по новой, по новой. Дорог! Ой, я такая запыханная и красная. Давай, тогда попробуй не суперметовый ствол покрутить. Смотри, 20 кредитов он стоит, это прям то, что надо. Особенно, если бы сейчас золотой нам выпал, там прям было бы вообще просто шикарно и отлично. Как себя чувствуешь? В глазах не темнеет, все нормально? О! Сейчас потемнеет, все будет нормально. Я знал, какие донаты, ребята, нужно открывать. Я слышал, у тебя есть гантельки. Давай бицуху 30 раз покачай. Раз, два, вы посмотрите, уже видно, как бицуха просто, смотрите. Ну-ка, покажи бицуху. Это невероятно просто, вы посмотрите. Как она невероятно накачалась. Ты не расслабляйся, смотри, сейчас еще донатик выпадает. Я сейчас выбрал самые сочные коробки удачи по 8 кредитов. Видишь, мне-то что-то еле-еле выпадает. Не, на самом деле ее успеем выбить, просто я хочу, чтобы ты прям вообще вся потная сидела. Я вообще... Ты вообще как в Warface, хорошо играешь? Ну, я лучше стала играть, вроде. Ну, вообще, какое звание апаешь? Ну, я стараюсь сейчас... Платину взять, ну так-то в основном платина. В основном платина. Больше платины никогда не апала, что ли? Нет, апала, брала первую лигу, но это уже было в прошлом году. Ну ты первую лигу, нет. Ну первую лигу это ну для детей. Ты что, какие первые лиги? Я про какое настоящее мужское звание, грандмастер. Ну нет, такого у меня еще не было. У меня бустеров-то нету особо. Только бустеры до бронза. О! О! Обычный! Воу-воу-воу! Ты понимаешь, что это значит? Это просто комбо. 3 челленджа сразу! Вау! Значит, это жесткие челленджи, да? Давай, делай первую, это планка. На локти же встают. Вот так, да. Уже он 40 секунд и простоял, то есть... Даже не трясутся руки еще? Ноги трясутся. Это странно. Ты зависла? Я еще хочу. Все. А ты опять в очках стояла? Это аксессуар. Шпагат. Ты видишь, как отбликивает твой потный лоб? Да. Ну, блин, все это увидят. Поперечный или продольный? И тот, и тот. Довольно легко. Не понял, в чем разница? Не понял, да? Точно. Все, все, понял. А теперь покажи свою растяжку и подними ногу. Как это звучит? Да все нормально, да я подниму ногу, покажу. Я весь в предвкушении. Ой-ой-ой-ой-ой.
Ну, по-моему, она высоко там поднялась. Ты прям колено, да, разогнула еще в конце? Типа. Да, она вошла во вкус. Один раз можно сделать. Нет, смотри, все, ее не остановить. Ставьте лайк, кому понравилось. Верно. Ты вообще видишь, да, какой я хитрый, какие коробочки я начал крутить? Угу, я вижу. Ну, зато можно звонят, там, варбаксиков дадут. Ну, в любом случае, правила такие есть правила. Донатик, донатик. Еще золотой он выпадает. Конечно, лучше бы метовые пушки золотые выпадали, а не такие старые. Ну, я думаю, на них моды завезут, и будет все нормально. Слушай, так ты говоришь, что нормально, да, в Warface уже начала играть? Просто последний твой стрим смотрел, ты прям реально хорошо играешь. Спасибо. Ну, я стараюсь, да. Я еще не приседала, да? Подожди, а почему ты не приседала, странно? Да, я не приседала. Как ты мог это? Как я мог? Я не как? Знаю. Как? Я не знаю. Нужны приседания? Это ведь... стандартные? Приседания для стримеров, что, что это, конечно, самое топовое, что только может быть. Давай выпадай, сука, быстрее, ну что ж такое-то, а? Ты лошара! Вот еще, вот 8 кредитов, еще отлично, подожди, тут 20 кредитов осталось, мы сейчас на какую-нибудь метовую пушку пойдем, и он все кредиты сожрет. Вот отличная пушка есть. Тебе нравится золотой бард этот? Конечно, нравится. О, я думал золотой, но только обычный выпал. Ну, в любом случае неплохо, потому что ты идешь 50 раз приседать. Давай! Я не буду это считать. В смысле, я буду это считать? Я буду сбивать. Раз, два, 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 один, два, два, четыре, три, один, восемь, один, один, два. 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 5, 5, 5. Я сбилась. Я так и знал. Ладно, где-то, наверное, 20, наверное, присел. Да не, какие 20? Ну ладно, 3 точно там было. Ну не 20, какие 20? 20 не было, подписчики не поверят. 17 раз только, ты чё? Ты все равно неправильно считаешь. Как ты неправильно считаешь? Ты что, у меня математичка моя, мой любимый преподаватель был. Не скажи при ней, что МС Серега неправильно считает. Ты что, она... Нет, я ее лучший ученик был, да. 40. Давай, 10 раз всего лишь осталось. До 10 я точно досчитаю, все норм будет. Вот реально. До 10 всего лишь досчитаю, все нормально. Точно, точно. Но если отвлекусь куда-то, да, так все нормально считаю. Я попробую. Нормально, 2, 3, 4, 5, 6. Еще, она хочет еще, остановите ее кто-нибудь. Нет. Ты сказать ничего не можешь? Да все хорошо, все нормально, все хорошо. Блин, никогда не видел, что после 50 приседаний так люди уставали, ну серьезно. Да ты что? То, что до этого я делала упражнения всякие, не все, да? Ну там, что там, вот отдохнуть успела, донат долго не выпадал, ты уже успела 10 раз отдохнуть, сколько, полчаса, блин, его крутили. А, о, сейчас, подожди, важный момент. Что, пиво это? Чисто пивасик глушит, сидит. Вообще, я чуть не этот, не поверхнулась. Ох, хорошо. Мне понравилось. Конечно, тебе понравилось, чтоб тебе не понравилось, блин. Все, мои челленджи всем нравятся. Мне особенно. Согласен. Сколько Warface задонатило за все время? Где-то больше 20 тысяч. Дальше я не считала. А тогда. Но я не жалею. Потому что это лучшая игра, лучшая в мире. Согласен, лучшая игра в мире. Где донат? Смотри, что она говорит такое, Warface, где донат? А так, самая большая сумма на аккаунте у меня была 60 тысяч кредитов. Но это подарок от подписчика. Ах, Бинелечка, все-таки нам выпадает. Должна будешь позвонить. Есть у тебя кому позвонить вообще? Кого можно пранкануть? Да, только если... Возьму трубочку. Тебе нужно вывести этого человека на эмоции, чтобы он точно охренел. Алло. Алло, привет, Настя. Привет. Мне вообще не весело. Мне очень, да, плохо. Я даже не знаю, как сказать. А, я не знаю, я беременна. Его? Да. Серьезно? Угу. Охуеть. Но это еще не все. Что? Парень бросил меня. Из-за того, что ты беременна? Угу. Ир, серьезно? Да. Что делать? Охренеть. Ты сегодня об этом знала? Угу. Вот, я сейчас недавно и тебе позвонила. Пиздец. А ты маме рассказала?
Нет, еще. Ты Паше рассказала, и он все бросил? Да. Паша бросил, я не могу понять, как бросил. Вот я просто ему сказала, а он отреагировал плохо. Папа он сказал. Это все, Настя, это все. Тихо-тихо, все хорошо. Малыш. Ты что, угораешь? Настя, да? Да, это был мини-пранк. Все, все, не переживай, все. Ну да, сегодня явно не твой день. О, это было реально хорошо. Я прям. Это было очень напряженно. Я ж думал, когда ты наконец-то вскроешь ей эту правду, потому что она прям реально что-то начала. Я идиот. Это подруга, это что за подруга была? Там лучшая какая-то подруга или. Подруга, да. Блин, капец, лучшая подруга, я не понял, что ты рофлишь. Потому что я так еще ни разу не делаю, серьезно. Есть у меня для тебя кое-что прям ультра крутое. У меня на такие случаи всегда остаются вот такие волшебные коробки удачи, где. Ладно, да, может что-то. К примеру, не выпадать, но тут призов очень много. Раз, два, три, четыре. Четыре приза в одной коробке. Плюс она еще вон 38 кредитов. Ну, вот она. Это читы, это читы, Кира, я тебе говорю, это читы. Вот, может быть, сама какой-то себе челлендж. Могу руку сломать. Не, мне не надо руку ломать, не надо. Пресс F. Для начала я покажу вот что. Короче, видишь? Ага. Вот, видишь? Смотри на руку. У меня это гипермобильный сустав. И локоть сильно сгибается, видишь? Ого! Вот это, слушай, невероятно! Теперь я покажу свою фичу. Все, смотри. Ты надурить меня, что ли, удумал, а? Сладкие щечки. Вот, я вывернула плечо. Ну, отлично, ничего страшного, пока не расслабляйся. Если эта коробка удачи меня подведет, я буду в полнейшем шоке. Но она уже мне не подводит, уже дробовичок выпал. И вот, видишь, эта коробка удачи меня никогда не подводит. Она всегда как читы остается напоследок. То есть, Серега, ты хочешь сказать, что ты так же вывернешь руку, да, свою? Что да хватит издеваться. Давай позанимаемся йогой. Давай, позанимаемся. Это йога, да, точно? Работает спецназ. Ты поняла, да, то, что это действительно мощная коробочка удачи? Да, поняла. У меня все волосы мокрые. Ну, не только волосы. А что еще? О! Снова бинелечка выпадает. Вот тебе как повезло, ты представляешь? Как мне повезло, да. Я не мог не загадать тебе этот челлендж. Ты тиктокерша, ты должна нам станцевать. Есть резинка? Я не знаю, что делать. Давай без резинки. Ну ебаный ты в рот. Какая именно резинка? Для вот этих, как их, не знаю, для йоги, для занятия спортом. Ну как это называется? Ну ладно, 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 хорошо. Приму такой ответ. Тогда буду с резинкой. Не, спасибо, я против. Вот какая, смотрите, резинка у нас есть. И что с ней можно делать в каком-то спортивном плане? Ага, ну можно также. Да, отлично, супер вообще, да. Четко было. О, получилось, реально? Ты выглядишь уставшей. Да, правда. Бахнула пивка тут. Сразу легче стало. Хлебло много раз. О, Warface себя не отпускает. Я готова заниматься. Давай попробуем просто кого-то тоже пранкануть, только ВКонтакте. Может, есть какой-то тип, которого тоже можно пранкануть, но ВКонтакте. О, это моя подруга. Ты что там, под чем? Еще этот смайлик. Давай, тройничок. Ты дура, что ли? Непонятно, что ли, что сказали нет. О, да, отлично, она прям реально, она поверила в это. Дура. Дура была.
Вот это удачная коробка. Тут прямо очки есть, которые нихрена нам выпадать не хотел. Правда, уже скин нам выпал, главная награда. Но неважно. Хотя бы еще пистолет, если выпадет, то, в принципе, можно будет подумать о другой коробке удачи. Но пока я смотрю, она прям реально топовая. Вот эта коробка удачи, она прям топчик. Ты можешь представить себе то, что он выпадает? Вообще, опупеть. Я хочу, чтобы ты качнула пресс ногами. Ну что, Серега, дальше пойдем крутить донат? Да у тебя осталось, блин, 2300 кредитов, уже все, давай уже этот HK до конца добьем, потому что он что-то прям вообще сегодня максимально ломает, даже с этой великолепной коробки не упал, поэтому ладно, если не выпает, то в принципе ладно. О-хо-хо, представляешь? На последних коробках просто выпал HK, да ладно. О, это замечательно. Расскажи какой-нибудь стишок. Если кто тебя обидел, ты не дуйся, не сердись. Подойди по роже тресня, отойди и улыбнись. Ну ладно, я хорошее стихотворение расскажу. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты. Звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный, рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. У меня уже голос дрожит. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. У тебя в очках отражается текст с гугла. Да, серьезно? Нет. Сука, фейл. Спасибо большое, Кира, то, что пришла и приняла участие в этом челлендже. Ты выполнила абсолютно все. Спасибо тебе тоже большое, огромное-огромное. Ты меня знатно прокачал. Не забывайте, ребят, такие ролики поддерживать лайками. Подписывайтесь на мой канал, на канал Киры. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Пишите ваше личное мнение в комментарии. Всем удачи, пока.